проводит выставки Жени. И в честь этого впервые... Группа кино! Акустическая версия группы Стикс. А в завершении аукцион, и каждый из вас может выбрать себе понравившуюся работу, приобрести и радоваться потом до конца своих дней и до ближайшего времени. А теперь дисторшн, и самое главное, я хотел бы поблагодарить Женю за то, что он с нами все время в пути, за то, что он нам помогает, за то, что он делает, и делает все это в фотографии, и делает очень замечательно это, я считаю. Да. Замечательно, что у нас есть, спасибо. Это его брат родной. Ты подсказывает из зала. Подсказывает из зала. Большое спасибо. Вот видите, как интересная экскурсия в процессе развития прослеживает дополнительными видами. Так вот, смотрите, брат вышел, сфотографировался с ним во время исполнения песни, непосредственно во время рок-концерта, без остановки плейбэка. То есть идет концерт. Следующий момент, это брат кинет камеру и с воплем кинется в самую толпу, бушующую, кричущую перед ним прямо со сцены. В общем, я просто хотел сказать, почему я выбрал именно эти две группы для своей первой выставки. Тут как бы у меня, в принципе, вариантов не было никаких, потому что с чем я познакомился там лет так 8 назад и сегодня смотрел концерты Сосиски, кстати, на YouTube. На секундочку. Вот. Да. Еще была группа, говорят, я так и не побывал. Именно благодаря Чее я попал вот в струю наших всех вот музыкантов и интересных всяких людей. Вот. Именно вот с того момента, как они образовали Stinks вместе с Утюгом и Сидом. Ну, в начале Бесида, но я только на одном концерте, где его не было. Вот. А потом, лет 5 назад, я попал на первый концерт Дыбной Сумиши. И где-то еще прошло какое-то время, мне очень сильно нравилась их музыка, но не нравилось то, что не было ни одной фотографии, которая мне бы нравилась с концертов. И я просто-напросто там 3 года назад психанул, купил за непонятное откуда взятые деньги фотоаппарат, начал снимать и не знал, что, в принципе, через 3 года вот будет такое. Вот. И, опять же, отбирая фотографии к этой выставке, я понял, что очень скоро нужно делать еще одну, потому что если здесь фотографии непосредственно с концертом, то очень много, в принципе, самое интересное происходит вне сцены. У меня вот как раз очень, очень интересно было со стенцами ездить в туре. За 3 недели. Было в туре, остается в туре. У тебя машина стоит после тура. Она в туре подустала. Вот. И, конечно, там глотки чуть друг другу в определенные моменты не поперегрызали, но это, скажем так, да, это в порядке вещей, и в любом случае. Постоянно. Я очень рад, что у меня есть возможность быть с музыкантами, которые занимаются любимым делом, которые играют любимую музыку. И просто все фотографии, которые я делал на концертах, вот именно для Дыбной Сумиши, они получались сами собой, потому что мне просто нравилась музыка, и просто нравилась атмосфера, которая там была.
Так вот, если бы не я... А он прав. Если бы он увидел мои ужасные фотографии с концерта «Стинг сидит на солнце», я не задумался купить свой фотоаппарат. Так это был я, Вова, если ты не помнишь. Сатана, Игорь Сатана из группы «Дым на солнце». Волосы. И самое главное, реально бас-гитара из группы «Пантера». Говорят. А это где? Это Кузня. Кузня, класс. Прекрасный концерт был в Кузне. Люблю концерты. И так. Недорого. Пока. Пока недорого предлагается. Дым на солнце продается с интернета в целом. Ладно. 10 гривен раз. Я за эту фотографию родину продал. Знаменитый гараж в Чернигове. Знаменитый концерт «Дым и солнце». Саша-проповедник. Саша-проповедник и этот, как его я забыл. И мужик, встал и пошел. И мужик встал и пошел. Итак, ходящий по потолку свин-помук. И Саша вместе с «Дым и солнце». И аллилуйя. Итак, кто желает такую картину? О, Сид желает. 10-10. Итак, 10 гривен предложено. А кто больше? 20. 20 гривен. Кто предложил? Ия. О, Ия любит Чернигов и Сашу. И вот этого. Фанатка Симпсонов, короче. Итак, 20 гривен раз. 20 гривен два. 50 гривен. Класс. Я так понял, что такие концерты там закончились. Подползли фанаты «Дым и солнце». Нет? Окей, ну фотография красивая. Итак, 50 гривен раз, и я торгуюсь. Да подождите. 50 гривен два. 50 гривен три. Черт, я сказал три. Работа номер два. Все тот же Саша, но место другое. Кузня. Презентация альбома «Стинг», насколько я понимаю. Прекрасное фото. Ха-ха-ха. Очень смешно. Финальный концерт тура «Стинг». А для «Дым и солнце» это первый концерт. Сказка. Итак, желающий приобрести Сашу недорого. Ядами. 70! 70 80! 80? 100 гривен за Вову в полете. Я думаю, Вера должна... 110, да, Веры нет. 111! Не-не-не, давайте вот не опускаться. Хорошо, 115. 115, ладно, 120. 125. 130. 140. 150. 150. 160. Так посчитайте, у кого сколько денег. Я уже замахался махать. 160. 160. Было уже. Было, говорят. А, было. 160 раз. 165. 165. Молодой человек в майке Boston Celtics. 200. 210. Вова пользуется больше авторитетом, чем сегодня. Саша сегодня. 250 гривен раз. 260 гривен раз. А карточки принимаете? Нет. 300 гривен раз. 320. Хватали, не так нечестно. 350. 350 гривен раз. Кузя, тебе повезло, я не дорогая. 355. Давайте еще покопеем. 360. Хорошо, все. Ура! Спасибо!
Дима должен фит купить. Ну и Шишкина тоже должна была. Она как-то девушка. Касатка ее должна. Касатки нет. Все, нет у вас там и за него. Подарите. 30 уже дают. О, хоть что-то. Ну хоть что-то. Себе забери на память. Когда такое еще? Итак, 30 гривен раз. 30 гривен два. 50! 50 гривен. 60 гривен. Мне нравится барабан. Группа Стинг пользуется сегодня каким-то большим. Коммерческая группа Стинг. Я понял. Все-таки ты насумишь это андеграунд. Я понял. Таки да. Итак, 60 гривен раз. Я уже, правда, потерял. 65 гривен раз. 70 гривен раз. 70 гривен два. Вова покупает, судя по всему, за 80. Руку тянет. Да, этого мне еще дома не хватало. Ладно, 70 гривен раз. 80 гривен. Боже, Алена барабанщик. Купает оптом, по дешевке. Пока получается. Значит, он просто учился на тебе играть. На тебе. Я имею в виду, ну, у тебя тоже недавно начал играть себе по всему. Итак, 80 гривен раз. Уступи женщине с ребенком. Сколько ты сказал? 85. Ладно, я Алене докидываю десятку. 90 гривен для Алены. Молодец. Мне она всем нравится. Тогда 100. И Сережа, кстати, ничего вышел. Лица, главное, не видно как раз. Да. Итак, 90 гривен раз. 100 гривен. 110 гривен. 110 гривен раз. Настя, по знакомству купила? 110 гривен два. 110 гривен три. Не, вот туда вот. Поталите. Два черемиса сразу, это... А что, Галя, зарплату получил в этом? Еще нет, все. Два черемиса дома в одном доме сразу. Свят, свят. Я даже... не знаю, вы продавайте ее. Не старший должен купить. Итак, я так понимаю, с далеко не начинаем. Не-не-не-не-не. Сколько? Я купил 3 рубля. Вот это как понаделать черемиса, так это... Ладно. Итак, 3 рубля раз до двоих черемисов сразу. Плохое начало. Заметьте, как вас обоих папа оценил. На трешку вы потянули. За кого-то лучше. Ну не знаю, там уже разберете, кто старше, кто младше, за кого рубчик. Итак, 3 рубля раз. 7 гривен. Итак, 7 гривен раз. Это Галич, по секрету. 7 гривен 2. 10 гривен. 10 гривен раз. 10 гривен 2. 20. Определитесь. Женщина первая 20 сказала. 20 гривен раз. 20 гривен 2. А, два черемиса, один даже с красивыми бакенбардами. 20, нет, ну давайте по пятерочке. 25 гривен раз. 30! Ого, кто получился? Итак, два черемиса, 30 гривен раз. 30 гривен два. 35 гривен раз. 35 гривен 2. 50. О! Это уже 4 по 50. Итак. Хотел сказать Саше и Сереже, но это Вова. И Максим. Итак, 50 гривен раз. Боже, это прекрасная скала. 50 гривен 2. Все понимают, что Вова и Максим не прилагают. Нет, все понимают. Я надеюсь, что все понимают. 55 гривен раз.
55 гривен 2. И 55 гривен 3 продано. Итак, дуэт барабанщик и басила, который на гитаре. Советую вам расценивать это как инвестиции. Да, на самом деле через 100 тысяч миллионов лет это будет очень дорого. Олег, проводов недорого. Кеды Венс. Кеды. Это коржи, кстати. Это коржи, это в цене. Самый большой рок-фестиваль Коржа. 20! 40! 50! 60! Стёпа звонит, говорит 500! Продано Стёпе всего Коржи! Там вместо Ленина можно повесить! А то мы с него снимем, ты же понимаешь, что мы же его и в Коржах найдем. 60. 70. 80. 90. 100. 120. 150. Вы покупаете? Да. Вот, эти охапка проводовой перемочки. Ты что? Египсовый пол. Недорого. Желтого цвета. Светло-серого. Скажи, Коля. Итак. Насколько я помню, мы закончили на 150 гривен. У меня твой телефон. Стрип. Да, звоню в Коржи, срочно. Там поднимали ставки с Коржей по телефону. Смотри, можешь еще купить. Я? 200 гривен. 220. Ты посмотри, там было зависеть. Ребятки, там обуви, я не отступлю. Там ее почти нет, там провода. Итак, 220. 220 гривен. 250. 270. Так. Это 300 гривен. Разоришь семью, понимаешь? 320. 320, посчитав все, что есть. 350. Снова навиделся. Ну, 350 гривен раз. А скажи, что? 360 гривен раз. А еще с лицом есть. Нет. 360 гривен 2. 400. Дама не мелочится. А Вера еще. Нет, ну, уступить, да. А Вера нет, Вера все со мной вступит. Не бойся, мы с наедельник обсуждаем. Итак, 400 гривен. На мой взгляд. Раз. 400 гривен 2. Ты понимаешь, тебе на концертах ходят больше. 400 гривен 3. Продан. А заодно я себе новую профессию нашел. Дима. У тебя процент. Водочка. Я не пью. 50 гривен от вот этой молодой девушки за то, что она показывает. Итак. Фредди Крюгер. А, Днепропетровский гараж, но мне это ничего не говорит. Вот это руками машет сид, если что. Иди до барабанщика. Сид, это классно получаешь. Там нарисовано. Итак. Утюг, недорого. Антифригарный. 50 уже было объявлено. Итак, 50 раз. 52. Ну. 53. 53 продано. Неинтересно. Считаю, что только за майку и лайки надо дать много денег. Ну, я даю 10 гривен. Кто такой? 30. 30 раз по три года.
Здрасте. Я не умею покупать, я прям умею. У меня этих маек еще 100 штук. Итак, сколько 40? 40 гривен раз. Сережа, с фонарем. Или что это у меня на голове? Прекрасный, кстати, концерт был на корабле. О, да. Помню, должна дать все деньги. Я не помню лучше концерта, чтобы я организовал. Лучшие концерты, которые я организовал, я не помню. Жалко. Где музыка играет, а я стою на берегу. Ладно, машешь рукой, пока 40 гривен. Мы с тобой заработали на твоем махании. Может, никому не видно, станешь красивый. Ну, Снёркина. Да. Может, ты не разглядел красивый Сережа. Стань, знаешь где? 40 гривен раз. 40 гривен два. 40 гривен 50. Да, молодец. А тебя не было на концерте? 50 гривен раз. Ты уже много купил? 60 гривен раз. 60 гривен два. Сережа. С фонарем. Майки ай лайки. Рыжий фонарем. Сережа. Итак, сколько там было? 60 гривен. Раз. 60 гривен два. 70. Даня. Ты думаешь, что большая квартира там есть? 70 гривен раз. 70 гривен два. Мужчина, не отворачивайся. 73 продано. Следующее? 20. Так, слышишь? 20 уже сказано. Тогда уже давайте кто больше. 20 гривен раз. 20 гривен два. Покажи мне еще раз, я подумаю, где я должен делать. Красивый тамбурин. Красивый тамбурин. Черт, красивый кучерявый голос. 20 гривен еще раз, раз. Я начну заново считать. И еще 25 раз так начни. 20 гривен 2. 20 гривен 3 продаж. 20. О! Суммы, говорят. Суммы. От сердца отрываю. А что сердце? 50 гривен с тебя опять. Окей. Выключите. Итак, 50 гривен раз. 60. 70. Оказывается, в группе Долбаник одни фанаты Стивс. Ладно, покажи, черт с ним. Итак, 70 гривен раз. 80. 80. 90. Откуда у тебя деньги? Ты же панк. Я не сужу меня. Итак, 80 гривен раз. 100. Я больше ни с кого не отожму. Ты же сказал 80. Гитара от группы «Пантера» и «Динасу». Семеркина сюда пришла. Да не могу, я все время на камеру работаю. Да, мы продаем, между прочим, меня. Мы не кино снимаем, мы продаем по-настоящему за настоящие деньги. За что нас будут судить. Я вижу, ты волшебник. Итак, прекрасная работа. Жени Креденсера. Эротическая фотография. По-моему, мега сексуально. 30 гривен за раз. В спальне повесить. Главное, чтобы не в туалете, конечно. Хотя, прекрасная работа. Я а это купирайт, типа, преследуется по закону. Итак, утюг и микрофон. Дуэль практически. Очень динамичная фотография, красивая. Прекрасная работа Жени Креденсера. 30 гривен раз. 40 гривен, 50 гривен, кто больше?
60 гривен. 65. Ого, 65 гривен. Раз. 65. Сколько? 70. 70 гривен. 75. 75 гривен. Торгуемся, это аукцион, все нормально. Не так дорого, прекрасный портрет. Ого! Маречка, 100 гривен раз. Не знаю, как вы можете реагировать на это. 110 гривен, кто? Я. Ты? Семеркина пока всего утюгами скупились. 110 гривен раз. 110 гривен два. Ты хоть есть. Все, говори ты. Ты хочешь? Что ты за стихи? Весь 110 гривен. Продано. Даже не хочешь гривен. На минуточку, телезвезда, уехавшая от нас за границу. Моя же. А? Моя же. Прекрасный портрет известного гитариста известной группы. Ой, мучат. А с козами? Да. Это тут класс. Мучат козы. Мучат козы. Это вообще животное вечеринка. Мучат здесь не просто мучат, мучат здесь стюардесса. Итак, 100 гривен за прекрасную работу Жени Крэдинса. Через 100 лет я вам обещаю, с аукционом нам за миллионы на совесть. Внуки в универ пойдут. Я думаю, что надо будет следующее организовать 110. Я не успел договорить даже до... Куда? Я хочу спрашивать больше. А как-то вот. 110 гривен. 110 гривен раз. 110 гривен, может, молодые люди, которые только что пришли? Последнее фото на сегодняшний день. 120 гривен, у вас последнее надо брать, 130. Что у вас гонки? Такая, да, типа, ключевая фраза, последнее фото. 130 гривен за последнее фото на сегодня, последний лот нашего сегодняшнего аукциона. 130 гривен раз. Давай три уже. Нет, 133 гривны. 133 гривны раз. 133 гривны два. Ты стропились. Браво. 150 гривен раз. За последнее фото. За самое свежее фото от Жени Крэдинса. Так, самую лучшую, не знаю, может не лучшую, но впечатляющую. Что? Ну, одну из, понятно, раз она на этой выставке. Хотя, мне кажется, не важно. 150 гривен раз было, да? 150 гривен два. Никита, ты что-то хотел купить? Я понял. 150... Не думаю. 150 гривен. При... Да? 160. 160. 200 гривен. А что у нас максимальное сегодня было? 400. Ну, еще можно. Еще можно торговаться. Итак. Группа Стикс. Вова. Вова Че. Не просто. Вова Че. За 200 гривен. Вместе с Гибсоном. Лес Пол. Ярко-салатового цвета. Для сына, нет. А, тут и гитара поднимается. А, ладно, 200 гривен раз. 200 гривен два. 200 гривен три. Что никто не хочет в этом зале? Вообще никто не... Даже Вера не хочет. $2. Вот, $2 это больше, чем... $2. Не молодец, валюте платят.
Никто не может $3 дать. Фисташкина, ты не хочешь картину? А что пришла? Нормально. Так. Долларов? $20. Все, $100. Шучу. Ну кто больше? 20. $3. $3 сколько это будет? Просто 4 гривны. $3. 4 гривны. Ты с ним поближе валютой берет. Так, кто больше $3? Раз. $3 два. $3 три Кузьмин размочил. Вы, короче, пришли, забрали гитару и ушли. Ну еще видос. Чувак, ты тоже всякими непорядками крутил. Появился всех мужиков. Ты шо, ты снимаешь, чи шо? И я. Ну так и робить, скажи мне. Ты не стыдно, а? Я? Не надо снимать мой голос. Нет. Ну, плюшки прижал, я молодой. Я очень плохо слышу. Ия, иди сюда с видеокамерой. А, уже опоздала. Женя, опоздала. Бывает. Жень, я возьму эту, да? Бывает. Шапочки тоже. Thank you.